Здравствуйте, мои дорогие друзья, на связи Рэй, и сегодня мы с вами берем матч-реванш у босса. Так, открываем капсулу, и выпадает нам код ящерица. Давайте его, наверное, спустим на опыт, естественно, на опыт. Опыт нам очень часто нужен. Так, ну что же, давайте посмотрим, кого мы можем проапать. Ребята, как вы видите, у меня некоторые коты уже проапанные. Например, кот Титан проапанный. Так, супер раритетные, да? Не хватает у меня немножечко. Ну что же, наверное, тогда можно приступить и так. Сейчас, подожди секундочку. Наверное, я все-таки проапаю. Ну, не птичку однозначно. Так, давайте, наверное, с вами корову. Кот корова, я думаю, будет, наверное, самое то. Спустим весь опыт на нее. Я заодно хочу посмотреть. А, наверное, не хватит. Или хватит? Во! Кот жираф он стал у нас. Ну что же, хорошо. Надеюсь, от него будет хоть какой-то в этом плане толк. Ну, а теперь уже можно, в принципе, и приступить. Менять, наверное, мы никого не будем. В принципе, меня устраивает моя компания. Ну что же, давайте, ребята, да не сюда, елки-палки. Так, приступим. Ну, босс, держись. Он у нас на луне. Так. Как вы помните, это огромная неадекватная голова, которая убивает всех с одного удара практически. Поэтому будем противостоять сегодня ей. И я думаю, что у меня получится все-таки ее завалить. Так, ребятушки, давайте выходите. Главное, чтобы как можно больше убить вот этих мелких. Потому что за них, как вы знаете, нам дают деньги. А деньги — это наша армия. И если их не будет, мы ничего не сможем в плане сделать. Вся надежда на них. Так, все, мой отряд практически добрался до головы. Вот что он делает, гад, а? Одним укусом повалил всех. Ну что ж такое-то, а? Давай, 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 Титан, вся на тебя надежда. Так, жираф бьет головой, замечательно. У него скорость атаки очень хорошая у жирафа, но, видите, он ватный. Так, пушка моя отлично сработала. Давай, Титан, бей ему в морду. А? Нет. Нет, он промазал. Это хорошо. Давай еще одного Титана. Так, замечательно. Пока он у нас получает. И довольно неплохо. Ну и мы тоже отгребаем довольно солидно. Так, сейчас подлетит Будда. Жираф, давай быстрее. Ты за счет своей скорости удара должен... Ну только не... Подбежал, называется, под удар как раз, а? Давайте-ка еще разок попробуем. Но, по крайней мере, мы его сейчас держим. Ага, держим. Держали на одной точке. Он не продвигался. Но сейчас, как видите, он начинает продвигаться. Но не так быстро. Так, с деньгами у нас, как вы видите, у нас напряженочка началась. Пушка накалилась. Так. Немножечко его откинули. Замечательно. Ну что же, я могу сказать, пока все очень даже довольно неплохо. На, получи, птенец. На-ка. Ну и он тоже бьет очень и очень сильно. И причем довольно часто. Давай, рыба-кит, выходи. Ты мне очень нужен. Так, колесники выехали. Так, ну в принципе, я думаю, что пока у нас... Ой, только не кенгуру, блин. Только не она. Сейчас начнется здесь у нас заваруха. Так, ну... Вроде пока сдерживаем. И это уже хорошо. Главное, чтобы вот этих вот разбивать бегемотов и птенцов. Тогда у нас будут деньги, ребята. А деньги — это наше все. Еще раз пушка. Великолепно просто. Давай, Буда, вылетай. Колесники. Так, все пока идет как нельзя хорошо. Да, несмотря на то, что он разбивает мне мою армию, у меня хватает денег отстроить новую. Давай, 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 жираф. Ах ты, елки-палки. Но все-таки побил он эту голову неадекватную. Давайте, самурай, все, кит, выходи. Стручковый, стручковый, не будем пока, наверное. Давай, выходи все-таки. Ох, как мы эту голову откинули. Прилично. Очень даже замечательно. Кенгуру надо вот эту разбить. И тогда все будет в шоколаде. Потому что она сдохла уже. Вот она нас сдерживала. Теперь все у нас будет нормально. Так, деньги идут довольно неплохо. Тем более моя пушка помогает здесь.
Давай, жираф. Так, Будда, влетай. Нам даже если ее откинуть туда подальше, мы сможем разбить базу ему. Но я, честно говоря, не знаю, будет ли толк от того, что мы разобьем базу, а голова останется. Или все-таки надо будет босса убивать в любом случае. В общем, мы с вами это увидим. Так, пока я очень даже спокоен за свою армейку. Все идет под контролем у нас. Армия прибывает, разбиваем все, что он там вызывает. Голова не так уж и часто, кстати, атакует нас, как раньше, как это было в первой моей битве, что он кусал практически через, скажи, там 2-3 секунды. Здесь довольно он адекватно себя ведет. Пушка. Отлично, отлично, красота. Так, и я вот думаю, что будет, когда мы пройдем эту луну. Там же вроде на карте больше ничего нету. Или у нас уже будет что-то на луне происходить. В общем, это все узнается после того, как мы завалим его. Давай, Будда, бей своей ладошкой. Отлично. Мне очень нравится мой прапанный кот Титан. Он стал какой-то такой, во-первых, здоровый. Вау, мы убили голову. Ёлки-ты-палки, я пока тут любовался своим котом, мы убили босса, ребята, и причем довольно легко. Ну, если честно, вы сами видите, что юниты у меня прапаны практически все. Поэтому я как бы немножко даже и не удивлен этому, но я не думал, что так быстро завалим. Так, пушечка. Красота. Вот сейчас мы с вами и узнаем, что у нас ждет дальше. Так, давайте всю армию сюда, которую пока может прийти. Да, позелка нехило, да? 99999. Нормально. Так. Кенгуру там уже не справляется, замерло просто. Все, мы прошли, ребята. Мы прошли этот уровень и прошли босса. И что же нас ждет? Что это такое? Я не понял. Планета наша. Ну и что далее? Так. Что он мне тут этим хочет сказать? Так. Не пойму, если честно, я в английском не очень хорошо штудирую, но тут что-то начался новый мир у котов. Короче, коты спасли мир, одним словом, от нашествия вот этих вот пришельцев. Так. Давайте, наверное, ребят, я это как-нибудь, не знаю. Ладно, я, наверное, потом это пропущу, когда буду видео это редактировать, вырежу. Ну, тут сколько тут можно ждать-то, елки-палки. Так. Что-то хорошая работа в офисе котов, блин. Прямо о них так говорят, как будто это люди, елки-палки. Ну, на самом деле смешно, да? Коты спасли мир. Ну, если брать в расчет то, какие это коты, какие они монстры, мутанты и так далее, то подумать, то почему бы и нет? Так. Ну, я надеюсь, это не конец игры, а, ребят? А то как-то немножко не состыковка будет, да? Столько качаться и конец игры. Спасибо тебе, боевой кот. Да не за что. Боевые коты навсегда. Так, ну я понял. Ну а далее что? Давай. Что такое? The End? Да ладно, вы шутите. Спасибо тебе, игрок. Да ну нафиг, такого быть не может. Мы что, прошли игру что ли? Ёлки ты палки, я-то думал, она будет там... Офигеть, какая длиннющая. А тут всего лишь на луне побили босса и конец. Да. Что? Что? Челлендж мод открыт. История. Код комбо. Бонусы какие-то. Не понял. Так. Ну, давай нажмем play. Империя котов. Ого. Ребятушки, вы смотрите, что тут. Ё-моё, нифига. Это, ребята, не конец игры. Это только начало, ё-моё. Челлендж. Это основная, да? Ага, вот мы прошли, а это вторая часть у нас.
Ёлки-ты-палки, вот это прикол, ребята. Вот это вот фишка. Блин, я даже не знаю, что смотреть-то. Давайте сюда нажмем. Так, время что-то там для котов. Блин, заставка как в самой первой части. Так, мы получим бонус. Какую-то книгу. Upgrade. New. И что? Специальный код. Так, ну-ка давай, показывай мне, что ты там нам дашь или можешь апгрейдить. А это что такое? Ага, я могу вернуть котов в исходную свою первую трансформацию. Вау, Манека, новый код. Ну что ж, давайте возьмем Манека. А что он вообще делает, а, если честно? Нет, я не буду покупать у вас в магазине ничего. Так, ладно, давайте теперь, ребята, наверное, тут-то ничего нету. Так, тут вроде бы все по-старому. Так, ага, менюшка, давайте глянем кота, чтобы получить баночку. Хотел сказать баночку тушенки, блин, баночку. Какую, блин, баночку, блин, кошачий корм, короче. Вот. Так, что еще новенького здесь есть у нас? Экипировка. Ну, понятно. Так, что такое? Кат-комбо-лист. И... Так. Что такое комбо? Не хочу знать, что такое комбо. Так, а ничего и не меняется почему-то. И толку? Я не врублюсь что-то, если честно говоря. Вообще ничего не меняется. Странно. Так. Мачо-кот. Ну, апгрейдить у нас уже никого не получится, потому что у нас мало опыта. А деть, где наша эта, как ее там звать-то? Эй, как ее величать-то? Манека, да? По-моему, если не ошибаюсь. В специальных котах она вроде бы у нас находится. Да, вот она, Манека. Что она делает, честно говоря, не знаю. А что-то мало так стоит. 180, 148 центов на вызов. Да ну, ватная что ли какая-то, я не знаю. Я в нее, может, деньги зря влил, точнее опыт. Ладно, давайте глянем. Так, Япония. 30 энергии минус. Какая-то новая карта. Вау. Мы под водой, что ли, получается? Да, видите, там корабли затонувшие. Ну что же, давайте глянем. Мне очень интересно посмотреть. Манека, что она на чем там передвигается? Катбир, кошачье пиво на коробке. На коробке с пивом. Ну и как же она, интересно, дерется? Манека, ты хоть что-нибудь сделаешь? Или мои ниндзя-коты тут будут справляться? Так, 4 хп. Что такое? Что это такое вылезло тут? Кот-медуза, что ли? Или собака? Собака-медуза. Так. Что он делает? Я не могу понять. Это босс, что ли, или что? Эй, завязывай давай. Ёлки ты палки. Ребят, смотрите, что творит это чудило. Не помню, это босс или юнит только обычный. Так, получил свое. Ну-ка, давайте, ребята, разберите-ка его над запчасти. Так, жираф. Давай его головой своей бам-бам-бам-бам. На кумаре вот там, что есть мощи. Смотри, как жирафчик у меня. Бомбит, блин, просто. Смотри, блин, не погибает ни хрена это. Как его назвать-то, даже не знаю. Собака-медуза. На-ка, по голове. На еще. А, он уже мою базу калашматит. Ёлки-палки. О, все. Сдох, блин. Так. И что теперь? Больше не будет таких, надеюсь. Ну, нам это не важно. Главное сейчас по-беренькому разбить базу. Так, а база-то у них какая-то хлипенькая. Всего 4000 хп. Ну все, ребята. Я думаю, победа за нами. Ну, если какой-нибудь чудик еще не выйдет. Так, замечательно, пошла. Пошла, родная. Так, ну что, прошли. Что такое? Новый рекорд. Плюс один компьютерный код.
Чё-то я не понял, это что такое вообще было-то? Не врубился я. Так, ладно. А если я вернусь обратно и выберу «История легенд»? Ого. Урурун. Вольф. Волк Урурун. Так, а это что? Слушайте, ребят, я не знаю, что это такое, но выглядит... Выглядит пугающе, если честно. Какие-то специальные коты-то можно... Ну, я думаю, мне сюда рано. А что такое челлендж? Битва началась. Вау, какая прикольная музыка. Какие-то белки несчастные тут пришли, они мне нафиг не нужны. Ничего так, музончик. Так, ладно, музончик. Давай, поехали. Поехали бить базу. А почему написано «не трогать»? Опасно. Да я плевать хотел, на. Так, сколько там у него всего-то? 100 тысяч хп у этого бревна, блин. Бельчата сраные. Так, это... Что такое, не понял я? Это что такое? Сколько их там? Ё-моё, да хорош. Да завязывай, ё-моё. Манека, быстро выручай. Ё-моё, сколько кенгурутов вышло. И как вы мне... И как вы мне извольте спросить их бить? Их там просто армия. Да они снесут всех на своем пути и всякого, кто встанет. Ребята, я не знаю, это челлендж в чем заключается? Чтобы я вот убил всех этих кенгуру? Так получается? Ну, я вам скажу сразу, что я проиграл. Ни одна армия не справится с этими... Моя, по крайней мере, в данный момент. О, все, пошел базу бить. Пошел бить базу. Так, ладно, кенгуру, успокойтесь. Все, идите обратно к себе в дупло. Я не буду трогать ваше дерево больше. Проиграл. Да, я... И еще очков мне ноль дали. Ладно, я буду знать, что в челлендж лучше не соваться. А что тогда у нас получается во второй части? Империя тьмы. А здесь просто... А что такое Outbreak? Не знаю. Так. Валькирия. Бонус. Это если я пройду игру, я получу Валькирия, так что ли? И какой-то кошара тут уже... Портрет появился. Корея. Слушайте, это мне напоминает самую первую игру. Самый первый уровень начинается, по-моему, так же. С Кореи. Если я не путаю, конечно, чего-то. Но давайте глянем, что тут у них. Так, просто собачки. 2000 хп у базы. Банально все легко и просто. Тут одного ниндзя-кота бы, наверное, достаточно было, да? Так. Ну что же, в принципе, все, победа за нами, что тут думать-то? И что нам дадут, или что будет? Так, победа, 1850 опыта. Это совсем мало, ребята, ничтожно мало. Ну, давайте глянем, что нас ждет, например, вот в этой. Если мы нажмем, например, что-нибудь вообще поменялось, нет? Так, луна, Outbreak, да что такое Outbreak, я не могу понять. Не нажимается. Хм. Но у меня здесь все абсолютно пройдено. Все карты. Не знаю, в чем тут загвоздка. Если кто шарит в этих в котах, пускай, может быть, мне напишет какую-то подсказку в комментариях. Хотя бы знать на будущее мне для себя. Так, тут три асуры. Тут у меня, ребята, все открыто. Все открыто, я пооткрывал уже все эти бонусы себе. А вот эти я не знаю, где взять. Максимальная энергия. Не нашел я почему-то, где брать эти сферы, зарабатывать. Так. Ну, я не знаю, к чему. Вторую часть, что ли, проходить надо? Или все-таки вот это надо проходить? Ну, а здесь у нас что? Это история легенд. Я так понимаю, там это вообще будет жестяк.
Ну ладно, наверное, все-таки надо будет вот эту проходить, скорее всего, по вероятности. И мы получим Валькирию, код Валькирия будет, короче, у нас. Ну давай, посмотрим. Так, у меня всего лишь там сколько? 17 энергии было. И я сейчас потратил. То есть на следующий бой у меня элементарно не хватит энергии. Понятно. Ну давайте глянем, что Монголия. Ну, те же самые эти. Странно, что и в первой части были. В чем загвоздка? Не могу врубиться, если честно. Так. А, ну в принципе, почему? Если мы пройдем эту карту, мы получаем кота Валькирия. Ну что же, ладно, ребята, буду я на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Я разберусь немножко в нем, и мы увидимся с вами попозже. Всем пока, до скорого, ребят.